Женщины не могут соревноваться с девочками. Сторонников возраста фигурного катания к корням, к истокам, когда его рассматривали, прежде всего, как высокое искусство, немало. Тем более, что и переходной период предложения принца предусмотрен нынешних юниоров, уже перешагнувших порога 15-летия. В любом случае, никто не станет загонять обратно. Под действие новых правил, если они все-таки будут приняты, попадут спортсмены и спортсменки, рожденные в 2005 году и позже. Кстати, Алина Загитова рождена в 2002 году. Противников у грядущих перемен тоже хватает, тем более, что во всей этой истории несложно углядеть и политический аспект. Погруженные в тему, люди понимают, что за нейтральным голландцами стоят, конечно же, куда более серьезные игроки. Есть версия, что их усилия направлены не только на общее благо, но и конкретно против России, которая полностью доминирует в женском фигурном катании и не собирается уступать свои позиции. Но политика в данном случае всего лишь часть глобального инструментария. Решение проблемы действительно назрело. Как считает Авербух, с точки зрения здравосмыслия будет правильно увеличить возрастной ценз, потому что мы получаем большую ротацию чемпионов. С каждым годом их выбирают все более юные девушки. Это вредит фигурному катанию как виду спорта. А вы как считаете? Пишите комментарии.